За последнюю неделю жертвами воды стали 8 курян, в том числе один ребенок в Пристенском районе. А всего с начала купального сезона в области утонули 17 человек. Все происшествия зарегистрированы на диких пляжах. Большинство погибших находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Спасатели усиливают контроль за безопасностью на водоемах. В эти выходные количество оперативных групп увеличено вдвое. В рейды выйдут около 1000 сотрудников МЧС и представителей муниципалитетов. Дополнительные силы будут привлечены для патрулирования необорудованных мест отдыха. Спасатели напоминают, основные причины гибели на воде – употребление алкоголя и беспечность. Призывают взрослых не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей и соблюдать элементарные правила поведения на водоемах. Купаться необходимо только в специально отведенных местах, в организованных местах, то есть на пляжах. По состоянию на сегодняшнее число наибольшая гибель у нас произошла в городе Курске и в Курском районе. У нас в главном управлении созданы так называемые черные списки тех районов, которые не в полном объеме, не в полной мере исполняют вопросы обеспечения безопасности населения на водных объектах. Все эти районы у нас в ежедневном порядке заслушиваются на селекторных совещаниях.